Добрый день, уважаемые читатели! В период самоизоляции, так же, как и все, мы находимся дома. Недавно мы с удовольствием перечитали рассказы Виктора Драгунского. Виктор Драгунский – мой любимый писатель. А вот отрывок из рассказа «Арбузный переулок». «Нет, я, наверное, никогда не забуду эту ужасную осень», – сказал папа. «Как не весело, не уютно тогда было в Москве. Война, фашисты, рвутся к городу. Холодно, голодно, взрослые все ходят нахмуренно, радио слушают ежечасно. Ну, все понятно, не правда ли? Мне тогда лет 11-12 было. И главное, я тогда очень быстро рос, тянулся кверху, и мне все время ужасно есть хотелось. Мне совершенно не хватало еды. Я всегда просил хлеба у родителей, но у них не было лишнего, и они отдавали мне свой. А мне и этого не хватало. Я ложился спать голодный. Во сне я видел хлеб. Да что? У всех так было. История известная». В юбилейный год Победы прочитайте здесь мне рассказ Виктора Драгунского «Арбузный переулок». Он научит тому, что все в жизни познается в сравнении. И капризы неуместны, когда испытываешь действительно настоящий голод. Пожалуйста, оставайтесь дома и читайте с нами.